До начала приема состоялся взаимный обмен подарками. Члены официальных делегаций Азербайджана и Италии были представлены главам государств Ильхаму Алиеву и Серджу Маттарелли, первой леди Азербайджана Мехрибан Алиевой и дочери президента Италии Лаури Маттарелли. Главы государств выступили на приеме. Поприветствовав президента Ильхама Алиева и первую леди Мехрибан Алиеву в Италии, Серджо Маттарелла выразил признательность за теплое гостеприимство во время его визита в Азербайджан 2 года назад. Отметил, что государственный визит президента Ильхама Алиева является важным показателем связи высокого уровня между нашими странами. Ваш визит по времени совпадает с 30-й годовщиной трагических событий Черного января, положивших начало процессу полного отделения от Советского Союза и являющихся горькой страницей истории, которая все еще не стерлась из памяти, сказал президент Италии и подчеркнул, что накануне 3-го десятилетия восстановления независимости Азербайджан зарекомендовал себя как одна из самых процветающих стран региона и модель сосуществования различных культур, этнических групп и религий. Напомнил о важном историческом опыте АДР. Отметив роль Азербайджана в качестве моста между Каспийским и Средиземным морями и значение реализации проекта Южного газового коридора и транспортировки азербайджанского газа в Италию, Серджо Маттарелла подчеркнул, что Италия положительно смотрит на дальнейшее укрепление связи между Азербайджаном и Европейским Союзом путем подписания с Брюсселем нового соглашения о партнерстве. Коснулся сотрудничества между Баку и Советом Атлантического партнерства. Сегодня Итальянская Республика с чувством глубокого уважения смотрит на то, как Азербайджан шагает по пути экономического, культурного и социального развития, заявил глава итальянского государства. И добавил, что Рим, как первый торговый партнер на глобальном уровне, намерен быть рядом с Азербайджаном в начатом благодаря руководству президента Ильхама Алиева в процессе диверсификации экономики и готов внести вклад в этот процесс. Выразив уверенность, что подписанные соглашения еще более укрепят взаимопонимание и дружбу между нашими народами, а сегодняшний концерт еще раз подтверждает не только необычность азербайджанского искусства, но и глубинное сходство культур Азербайджана и Италии, Серджо Маттарелла сказал, что исторически значимый государственный визит президента Ильхама Алиева укрепит отношения дружбы между Баку и Римом. Еще раз поприветствовал главу азербайджанского государства, первую леди и сопровождающую делегацию. Выразив признательность за приглашение посетить Италию с государственным визитом и оказанное гостеприимство, президент Ильхам Алиев остановился на богатой истории отношений между Азербайджаном и Италией. Наличие среди более чем 30-тысячелетних петроглифов в Гобустане надписей легионов Римской империи на латинском языке, относящихся к первому веку до нашей эры, двусторонних связях в бытность Венецианской республики, дипотношениях в период АДР, побратимстве Баку и Неаполя. Отметил, что в настоящее время сотрудничество между Азербайджаном и Италией успешно развивается во всех областях. Подчеркнув, что официальный визит президента Серджо Маттарелла в Азербайджан в 2018 году внес значительный вклад в развитие наших отношений. Президент Ильхам Алиев сказал, «Мы оцениваем награждение в ходе этого визита Мехрибан Алиевой и меня высокими государственными орденами Италии как свидетельство нашего вклада в развитие дружбы между Азербайджаном и Италией». Остановившись на проведенных в Риме обсуждениях и подписании более 20 документов, глава азербайджанского государства особо отметил. Совместную декларацию об усилении многомерного стратегического партнерства между Азербайджаном и Италией, которая еще раз подтверждает поддержку Азербайджаном и Италией независимости, суверенитета, территориальной целостности и признанных на международном уровне границ друг друга, в которых отражена однозначная позиция по урегулированию армяно-азербайджанского Нагорно-Карабахского конфликта на основе этих принципов. Наше взаимовыгодное сотрудничество в экономической сфере –
постоянно расширяется. Торговый оборот находится на высоком уровне. Италия является первым партнером Азербайджана в области торговли и экспорта, сказал президент Ильхам Алиев, привел конкретные цифры, акцентировал внимание на тесном сотрудничестве наших стран в реализации одного из крупнейших инфраструктурных проектов Европы – Южного газового коридора, на успешном развитии отношений в области культуры и образования. Италия – колыбель древней цивилизации. В Азербайджане очень любят итальянскую культуру, искусство, киноискусство. Большое число граждан Азербайджана ежегодно совершают туристические поездки в Италию. За последние 3 года в динамике поездок гостей, приезжающих из Италии в нашу страну, отмечен более чем 40% рост, сказал глава азербайджанского государства и пожелал Италии и ее дружественному народу благополучия, развития и прогресса. Ve dost İtalya halkına eminamanlık, inkişaf ve terakki arzuluyorum.